Приветствую вас, друзья! В моем сегодняшнем видео я хотел бы рассказать вам о, наверное, самом легком способе зарабатывать крипту, с которым сможет справиться любой человек. Для этого не нужно трейдить, инвестировать или заниматься майнингом. Достаточно будет лишь просто совершать повседневные покупки в любых магазинах. Такую возможность предоставляет платформа Reverse Bunny. Это довольно революционный проект, который позволяет совершать покупки и зарабатывать на этом. В основе данной концепции лежит всем знакомый принцип кэшбэка. Кэшбэк-сервисов сейчас существует довольно много, и принцип действия у них одинаковый. Сервис привлекает клиентов к магазину, за это магазин платит часть от суммы, потраченной клиентом. Сервис оставляет себе часть этого вознаграждения в качестве прибыли, а большую часть возвращает клиенту в качестве кэшбэка. Схема очень популярная и устоявшаяся, ведь зачастую кэшбэк является для магазинов более выгодным способом привлечения клиентов, чем простая реклама. Тем более клиенты, имеющие кэшбэк в определенном магазине, являются еще и более лояльными для магазина. И собственно, Reverse Bunny работает по такому же принципу. С той лишь разницей, что награды покупателям тут платятся не только в долларах США, но и криптовалютой. А для использования такой услуги достаточно будет лишь перед совершением покупки использовать сайт Reverse Bunny для активации кэшбэка. Их сайт уже полноценно функционирует, и в нем имеется несколько сотен магазинов, где продаются самые разные товары. Это Adidas, Nikem AliExpress, eBay, Booking, Acer, NordVPN и десятки других крутых магазинов, кэшбэк которых достигает до 20% от суммы покупки. Сейчас Reverse Bunny работает только в виде веб-сайта, но скоро у них появится и мобильное приложение и расширение для браузера, чтобы получать кэшбэки было еще удобнее. А дополнительной возможностью получать награды с помощью Reverse Bunny является реферальная программа, согласно которой и реферал, и рефер получают по $5 за каждую регистрацию. Награды же Reverse Bunny выплачиваются в собственных токенах AirBunny. Данные токены отчеканены по стандарту BIP-20 и функционируют в сети Binance Smart Chain. Токеномика их выглядит следующим образом. 50% используется для ликвидности, 30% для сообщества, 8,5% было сожжено через DXL, 5% оставлено на резерве, 3,5% используется для маркетинга, а 3% для собственной игры от Reverse Bunny. Помимо выплаты кэшбэков, у них есть и несколько других утилитарных применений. Ведь на самом деле команда Reverse Bunny развивает и другие продукты. Во-первых, у них есть собственная децентрализованная биржа под названием AirBunny Swap, на которой пользователи могут удобно покупать и продавать токены AirBunny. Помимо этого, они торгуются также и на децентрализованной бирже PancakeSwap. Во-вторых, у Reverse Bunny есть такой полезный сервис, как сканер смарт-контрактов, который позволяет выявлять мошеннические DApps и тем самым снижать потери инвесторов от скама. Разумеется, что и сам проект Reverse Bunny является относительно безопасным. По крайней мере, у него есть аудит от компании Certiq. Команда проекта является открытой и прошла доксинг. А сама компания Reverse Bunny имеет официальную регистрацию в Сингапуре. Но, наверное, самым важным аспектом токеномики Reverse Bunny является налог на транзакции. Если вы вдруг не в курсе, что такое налог, то посмотрите одно из моих предыдущих видео про подобные токены. Конкретно в случае с Reverse Bunny базовый размер налога составляет 16%. 5% с каждой транзакции используется для вознаграждения всех холдеров токена AirBunny. 3% автоматически добавляется в пул ликвидности на децентрализованной бирже PancakeSwap. А целых 8% используется для постоянного маркетинга и продвижения проекта Reverse Bunny. А как мы знаем, постоянный маркетинг обеспечивает приток новых инвесторов, которые своими покупками разгоняют цену токенов AirBunny.
Сейчас капитализация токенов AirBunny составляет почти 10 миллионов долларов, а ликвидности у них имеется более чем на 1 миллион долларов. График выглядит довольно привлекательно. Цена AirBunny сейчас откатилась от своего ATH и находится на стадии коррекции. Но это, разумеется, не призыв к покупке токенов AirBunny. Любые инвестиции в криптовалюту являются крайне рискованным занятием. Поэтому обязательно проводите собственные исследования перед тем, как совершать какие-либо вложения. И на этом у меня, друзья, все. Удачи вам и профита. Пока-пока.